уже скажу тебе, не знаю. А радостно новость, он сегодня собрался тебя привораживать. Меня? Да. Он сказал, что ты его покрасишь в черный цвет, ты будешь влюблена в него, и он будет всемогущим владельцем дома 2. Лав, я тебя прошу, у меня только личная жизнь начала налаживаться. Ну что, пожалуйста, меня хоть не трогай чуть-чуть еще. Дай пожить спокойно года 2, послушай. У меня